Футбольный клуб «Зенит» и «Газпромбанк» представляют большой фестиваль футбола. В течение двух месяцев, в июне и в июле, в шести городах России проходит уникальный марафон, объединяющий всех поклонников футбола и «Зенита». Отборочные этапы большого фестиваля футбола примут Иркутск, Красноярск, Тюмень, Новосибирск, Саратов и Воронеж. Для тех, кто не сможет побывать в этих городах, мы представляем онлайн-этап отборов кандидатов в тренировочный лагерь «Зенита» на базе «Газпром-Академии». Еженедельно мы размещаем по одному видеоролику с заданием от футболистов «Зенита». Шесть участников, которые выполнят все шесть заданий лучше остальных, получат уникальную возможность приехать в Петербург и принять участие в тренировках в «Газпром-Академии». Привет, Новосибирск! Ты в игре. 24 июня на городской набережной ждем тебя на большом фестивале футбола. Меня зовут Никита Гойло, и задание для вас – забить гол с углового. Розыгрыш стандартного положения – это обычно по штрафную. Но сегодня нет. Твоя цель – сразу в ворота. Удар с подкруткой – это сложно, но не бойся. Продумай траекторию, рассчитай силу удара и бей. Итак, кто забьет самый красивый гол с углового? Сними свой удар на видео, присылай его нам и жди результатов. Победителей выберу лично я. Поехали! Ждем ссылки на ваше видео по адресу bigfestsobaka@fcdefeatzenit.ru. Удачи!